что со слева и то, что справа. О, наконец-то по-настоящему началось. Космополитен забег на каблуках. То самое мероприятие, которое собирает миллионы людей. Здесь, в Одессе, в Киеве и во Львове. Просто многие из этих миллионов сейчас не видны, они просто в режиме невидимки стоят на парковке. Все, теперь это танец на удачу для каждого из вас. Сын Спилберга, пожалуйста, отойдите в сторону. Кстати, у вас классная кепка, одна из самых модных кепок на сегодняшнем мероприятии. Я хочу задать вопрос организаторам, можно ли еще зарегистрироваться? Уже нельзя, все закрыто, а за $100? Даже за $100 нельзя зарегистрироваться, поэтому, как говорил один украинский президент, маємо, що маємо. Итак, кто... Нет, секунду, я не представил как следует. Давайте попытаемся представить, кто одержит победу в этом невероятном состязании. Та, которая любит носочки из бинта. Или та, которая не представляет свою жизнь из прозрачного скотча. Та, которая одолжила очки у своего друга-туриста. Или та, которая решила не делать этого, плюнув на все и на это солнце. Кто победит в этом состязании? Та, которая сама будет замерять свое время на часах, которые находятся на ее запястье. Или та, которая по сложившейся традиции решила плюнуть на все эти нюансы и побежать просто так. Итак, номер 25 против номер 23. Мы начинаем! Господи, я так и думал. Я так и думал, что это будет одно из самых интересных состязаний.